Около 5000 ребят со всей Туркестанской области могут сразиться в мозговом штурме ради учебного гранта мечты. А спонсорами и партнерами проекта стал торговый центр «Шымкент Плаза». Руководство одного из самых популярных центров города считает, что необходимо вкладываться в талантливых ребят и помогать подрастающему поколению. Только так можно вырастить и воспитать достойную смену. Генеральный директор проекта «Шымкент Плаза» Марат Калдыбаев лично приехал на Олимпиаду в Ленгерскую школу номер 4, чтобы поддержать юные дарования. Мы всегда стараемся поддерживать все молодежные программы, так как поддержка молодежи – это одна из самых главных частей социальной политики. Да. Молодежь – это самая активная и динамично развивающаяся часть общества, поэтому от идеи и мысли нашего молодого поколения зависит и в целом развитие страны. После Олимпиады будут отбираться лучшие школьники, затем их подготовят к Республиканской Олимпиаде «Айконат», на которой станет ясен список обладателей грантов. Руслан учится в 9 классе, но, несмотря на достаточно юный возраст, говорит, что как только узнал об Олимпиаде в начале года, то сразу же начал к ней основательно готовиться. Это и понятно. Шанс попасть в Республиканскую физико-математическую школу, а в дальнейшем, возможно, и в лучший вуз страны, выпадает не каждый день. Руслан благодарит спонсоров «Шымкент Плаза» за то, что дают шанс проявить свои знания. Было бы неплохо обучаться в зарубежных вузах и внести вклад в развитие нашей страны. Особая благодарность хотел бы дать этим организаторам этого проекта. Олимпиада проходит по 4 предметам – математика, физика, английский язык и литература, конкурс эссе «Эрудит». Для школы это настоящий праздник, поэтому в честь ее проведения была организована концертная программа. Ее зрителями стали как сами школьники, так и многочисленные гости и родители учеников. При этом родители признаются, что волнуются больше, чем дети. И пока школьники проходят Олимпиаду, мамы и папы, переживая, ждут чат за дверью. Мы пришли за грантом, мой ребенок хочет поступить. Спасибо вашим организаторам, что сделали для наших детей такую возможность поступить в высшие вузы. «Айконат» – это прекрасная возможность зажечь настоящие звездочки среди ребят, которые учатся в сельских школах. А торговый центр «Шымкент Плаза» готов поддержать и помочь в воспитании новых талантов.